Пам-пам, Карина у микрофона. Вот и вышла новая часть Battletoads. Сказать, что ее все ждали, это нихуя не сказать. Оправдала ли новая часть боевых жаб ожидания? Хуй там. Новая часть Battletoads превзошла все ожидания. А теперь по порядку. Начать можно с того, что жабки стали пиздец какими брутальными. Сочные звуки ударов под охуенные треки. Битэм-апная часть — это просто заебись. Джаглы и комбо сделали. Геймплей с одной стороны ураганом, а с другой стороны очень продуманным. Самое охуенное — это возможность притягивать врагов и притягиваться к врагам параллельно с тем, что враги требуют разных подходов. При хорошей тактике ваши удары не будут прерываться. Противников на экране толпы, и это просто вау! Ебошить своих врагов не ебаться весело. Но Battletoads это не только beat'em up. Всеми любимый турбо-тоннель вернулся, и не надо выебываться, что он легкий. Даже сам киноман на нем умирал. Настолько охуенного переноса с 2D в 3D никто не ожидал. Но у разрабов все пиздато получилось. Играй приятно, и дух олдскула не потерян. Многие уровни отсылают к предыдущим частям. Ебать, как же это круто! Здесь и кнопки с кнопкодрочкой, как раньше. И платформенный уровень, где пиздец как быстро надо бежать вниз. Шут-эм-ап уровни тоже не проебали, все на высоте. Но в то же время добавилась куча мини-игр и уровней с жанрами, которых никогда не было в Battletoads. И они очень гармонично вписались. Также стоит вспомнить о сюжете. Здесь не какие-то картинки с надписями, а настоящий мультик с пиздец какими неожиданными поворотами. Также хочу уверенно заявить, что бог фантиков, который играет так хорошо, что у него не работают тирлисты Чешир Котовский, прав. Battletoads на NES это забагованный пиздец, а так игра легкая. Я и все мои друзья тоже, как ты, Чешир, умирали только в багах. Я очень рада, что миф о сложности Battletoads начал развиваться. Чешир открыл нам всем глаза. В новой части багов замечено не было, и это охуенно. Наконец, все зависит только от вашего скилла. В общем, рекомендую. Это 11 из 10. Я больше скажу, это игра года. Если вам нужна игра, что олицетворяет 2020 год, это Battletoads. Всем пока!